Здравствуйте, я Елена, эксперт МВидео. А это холодильник LG с верхним расположением морозильной камеры. По мнению производителя, этот холодильник рассчитан на семью из 3 человек. Но если учитывать его вместительность, прибавление в семействе не заставит менять эту модель на новую. Общий объем этого гиганта аж 507 литров. Редкий случай для холодильника с верхней морозильной камерой. Но и ширина холодильника внушительная, почти 80 сантиметров. И этот момент стоит учитывать в некоторые двери, если их не снять, он просто не пройдет. Теперь о самом важном. Сердце этого холодильника – умный инверторный компрессор. Его главное преимущество – практически полное отсутствие шума. Второй жирный плюс – экономия энергии. В обеих камерах работает система Total No Frost, то есть размораживать холодильник не придется. А многопоточное охлаждение Multi Air Flow доносит холод в каждый уголок. Отдельного внимания заслуживает мини-генератор льда. Заливаете воду и ставите в специальный паз. Через пару часов поворачиваете вот эту ручку. В контейнере оказываются аккуратные кубики для коктейлей или других прохладительных напитков. Управлять этим холодильником проще простого. И, кстати, на цифровом дисплее отражается информация о текущей температуре в холодильнике и морозилке. Если вам по душе функциональный и действительно вместительный холодильник, стоит присмотреться к этой модели. А кроме бежевого цвета, производитель выпускает такую же модель в темно-серебристом варианте. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, этот обзор был вам полезен. МВидео. Нам не все равно.